За что здесь находитесь? Ну, под подозрением, да, спрашивали, вот, допрашивали меня, как, что было. В смысле, а в чем вас подозревают? Ну, как бы, как вам объяснить? Ну, когда вас допрашивали, вас же спрашивали что-то? За что, в чем вас подозревают? Я как-то свидетеля. В чем вас подозревают? Как объяснить? Ну, вас задержали по подозрению. По подозрению в чем? В краже, наверное. В краже? Да, наверное. Серьезно так? Нет? Понятно. То есть, а вы в смысле что-то украли? Действительно я украли? Ничего не крал. Ничего не крали? Нет, ничего не крал. То есть вы невиновны? Нет. И вас задержали? Давно задержали? Вчера. Вчера? Да. Во сколько? Вечером? Ну, нет. Ну как вечером? Ну день был, я точно не знаю время. В смысле, а где вас задержали? В городе Балашово. В Балашове? Да. Сюда привезли потом, да? Да, да, да. Задержали, в смысле, вы дома находились? Ну, вы живете там, в Балашово? Нет. Ну да, живем там, но не дома. Не дома задержали, да? Нет. Где задержали? В городе. В городе, на улице, да? Да. То есть вы что-то действительно крали или в этот момент? Нет, или что делали? В рядом с Полихмахерском. Рядом с Полихмахерской? Да. Ладно. Ну так все-таки в чем вас подозревают? В краже? Ну да, ну я как бы ни в чем не причастен, ни в чем не виноват. Не виноваты, да? Нет. Ладно, хорошо, спасибо. Угу. Сейчас пока прямо на меня в камеру смотрите. Угу. Правым боком повернитесь ко мне. Ага. Туда? Да, да, да. Угу. Ну, пока без разницы, туда, сюда. И теперь левым, другим боком. Угу. Где проживаете? В Балашове. В Балашове? Так, хорошо, за что вы здесь находитесь? Получается? Просто рядом стоял и как бы... Нет, ну вам причину объяснили, за что вас задержали? Конкретно. Тут просто так не находится. Объясните, пожалуйста, за что вас задержали. Ну, подозрение какое-то было ко мне, наверное. Ну хорошо, в чем вас подозревают-то? Я ничего не совершал, я не знаю, в чем они. Не знаю. Сказали, да? Просто ждать, да, сейчас выяснят что-то и допросят. Ладно, хорошо, хорошо. Сейчас прямо в камеру смотрите. Так. Правым боком повернитесь. Туда? Можно туда, давайте, для начала. Угу. Левым. Живете где? В Балашове. В Балашове? Хорошо, а как здесь оказались? Приехала на такси. На такси приехали? В Саратов? Да. Я понял. Вот. А здесь вот непосредственно, в отделе? Задержались. За что? За воровство. За что такую красивую девушку могут задержать? Объясните, пожалуйста. Совершила преступление. Какое? Воровство. Что украли? Деньги. У кого? Бабушек. У бабушек? Ну, все-таки, как ты это делал? То есть, ну, на улице, что ли, воровала у бабушек деньги? Нет, в доме. В доме? То есть, ты в дом к ним заходила? А, в смысле, ты их знала всех? Нет. А они тебя? Нет. Нет, не знали? Повернись боком левым. Все? Нет, и другим боком. Чуть-чуть ко мне. Чуть-чуть ко мне. Стоп. Боком. Налево.